Что такое астрология? Астрология – это божественная наука, когда-то в далеком прошлом неразрывно связанная с религией. С религией от... Астрология – наука о космосе, о человеке, о месте человека в огромном космосе. Изучая астрологию, в конечном итоге приходишь к мысли о том, что за бесконечной суетой и беспорядком дней нашей жизни стоит поистине космический порядок. Язык астрологии, планеты, знаки зодиака, аспекты, энергетические связи между планетами. И с помощью этого уникального символического языка можно объяснить многие процессы и явления, которые имеют начало и конец, рождение и смерть, от рождения и жизни целого государства, народов, цивилизации, до жизни одного отдельно взятого человека. Изучение астрологии позволяет определить свое место в жизни, определить свои задачи, свои возможности, свои способности, а также комплексы, психологические трудности, разобраться в тех проблемах, которые возникают в взаимоотношениях с близкими, с родственниками, с детьми. Конечно, для человека, который живет в абсолютной гармонии, в состоянии абсолютного счастья, астрологические знания, возможно, не нужны. Как правило, к астрологу обращаются люди, у которых возникают проблемы – или в отношениях с близкими, или в отношении своего собственного здоровья, или материальные проблемы и другие жизненные трудности. И тогда астрологические методы позволяют выявить эти причины, которые, как правило, лежат во внутреннем психологическом состоянии каждого отдельного человека. И разобравшись в этих
Ждем вас на наших занятиях по астрологии на базе школы Конфу города Минска.